смартфон необычный, мы называем его Carphone Пупырышка. Производитель SME, да? Есть такой производитель QC, моделька называется. Сейчас он продается только в таком красном цвете. По комплектации бедненько, кабелечек, небольшая инструкция, пластмассовая упаковка. Крышка задняя не открывается просто так. Сим-карта вставляется внизу, мини-сим-карта. Стандартная прошивка, которая используется в этих телефонах, есть радио, Bluetooth. Есть функция удаленной съемки, чего не было в других моделях. Удаленная съемка, что это такое? Данное устройство можно подключить к вашей камере, которая снимает ваш обзор, где вы путешествуете на селфи-палке. То есть, такое вот появилось, чего не было раньше. Ну, в принципе, ничего другого. То есть, радио, организатор, немножко другая прошивка. Хотя, по сути, ничего не изменилось. Кнопки обычные, круглые посередине кнопка. Заряжается внизу, и кнопка ON отключения батарейки. Красивый. Задняя стеночка, такая в пупырышках, надпись карт логотипа, все. Да, металлическое основание под кнопочки. Русификацию мы нанесли с помощью лазера. Здесь вот есть русские буквы. Покупайте, моделька доступная, еще один смартфон из данного семейства.